Урожайность сенокосов в Североказахстанской области этим летом в два раза превышает уровень прошлого года. Погодные условия увеличили продуктивность лугов и полей. Травостой при сборе дает до 15 центнеров с гектара. Поэтому план по заготовке сена в регионе подняли до полуторагодичного запаса. Средняя цена тонны сена не превышает 14 тысяч тенге. Уже заготовлено 980 тысяч тонн сена и 350 сенажа. Ожидаемая численность поголовья сельскохозяйственных животных, входящих в зимовку 2024-2025 годов по Северо-Казахстанской области, составит кроес 312 тысяч голов, мелкорогатый скот 401 тысяч голов и лошадей 150 тысяч голов. С учетом погодных условий Министерством сельского хозяйства поставлена задача по обеспечению полуторагодичного запаса сена, это порядка 1 400 000 тонн.